я рамы были немножко подубиты, резьба плохая, поэтому после покраски слегка подторцуем, снимем краску и подровняем края. Были сбиты первые витки резьбы, поэтому пришлось сначала торцевать, а потом почистить все это дело. Так вот выглядит торцованная каретка. Здесь вот снизу видно, что еще краска осталась. Можете представить, насколько она была изначально неровная. Так вот она выглядит в торцованном состоянии относительно резьбы. А с этой стороны поменьше я отторцевал. Вот здесь вот тоже видно, еще пока краска осталась. Резьбу почистил. Вот так вот плотно, четко. Теперь все зашло в раму. Придется немножко подшлифовать внутренние плоскости, потому что они забрызганы краской. Что ж, вот заполировано все это дремелем. Теперь чисто, аккуратно. Теперь чашки рулевые сюда залетят как надо. Здесь вот чуть-чуть еще сейчас это место полирну и буду запрессовывать новые рулевые. Установлена новая рулевая, запрессована на закрытых полупромышленных подшипниках. То есть это не совсем промышленный подшипник, поэтому недорогой, стоит всего 100 рублей. Но зато его не надо регулировать, он закрытый. Как это выглядит? Звезды на систему у нас будут разные. Средняя звездочка у нас Йор, такая блестящая. Маленькая звездочка старая. А большая звезда — это, по-моему, какой-то немножко бушный SLX. Но зато очень дешево и походит он еще очень-очень долго. Наконец-то закончен проект. Рама была пескоструйна и покрашена. Школьное сиденье. Очень дорогое. За ним ухаживать надо. Видно, да, что оно побывало под дождем иногда. Итак, перебрали вилку, перебрали переднюю втулку, починили крепление для крыльев. Тут все настроили, отрегулировали, кроме велокомпьютера, конечно. Пока непонятно, что с ним делать. Поставили две большие звезды, большую, среднюю, новые. Причем нам удалось скрестить. Была 42-я звезда, теперь 44-я. Внутри была 32-я, теперь внутри 36-я. Какая-то дорогая Dior. И это все работает с этим переключателем, ничего нигде не заскакивает, все прям четенько, все как надо. К сожалению, пока поставили вот такой вот переключатель, потому что старый совсем болтался, пришлось поменять новую цепь, новая кассета. Заднюю втулку не перебирали, просто почистили, потому что она в отличном состоянии на данный момент. Починили мы крепление вот это вот, здесь новая бонка установлена, и винт теперь под шестерку. Ну и все настроили, все отрегулировали, все теперь работает замечательно. Такой вот получился вообще прикольный велик. На самом деле, когда он собранный, смотрится обалденно.